Анна, повелительница всех женщин, красавица, вечно молодая. Я вам хочу сказать, что она таки королева попа и попы. Сегодня трибьют Мадонны в пробке на Сумской. Программа «Коза», конечно же, здесь. Ой, Мадонна нереальная. Я была на ее концерте в Амстердаме. Она просто не зажигалка, она атомный реактор. Не могу тебе передать этот драйв, энергию, эту женщину великую с огромной-огромной буквы. И дай бог, чтобы мы все в ее возрасте хотя бы выглядели так же. Ну, а талантище такое, как у нее, конечно, бог не отмерил. Трибьют Мадонны. А это же не просто женщина, она же культ. Скажу больше, это вечно молодая легенда. Легенда, которой на эстраде нет равных. С кем можно сравнить Мадонну на нашей эстраде? Вот она. Лолитой. А Пугачева? София Ротару, она стар. София Ротару помолодела. Я... Вам нравится Мадонна? Нам Маша нравится, Панасенко. А если бы вам сказали выбрать между Мадонной и Бейонсе, кого бы вы выбрали? Маша Панасенко. Она моложе? Да. То есть ей не 54? Нет. А как узнать, что это Маша? Может быть, ее можно где-нибудь найти, разыскать? Она скоро выйдет. Легендарная. Как вам чувствовать это на себе? Прекрасно. А почему вы легендарная? Музыка, которую мы играем, затрагивает сердца абсолютно всех людей. Музыка, которую мы играем, сама по себе уже есть легенда. Наверное, поэтому легендарная. Вы просто очень похожи на Мадонну. Ну, в молодости. Главное, что уточнили, да. Она же знаменита своими танцами. А вы выучили движения какие-то? Мальчики выучили. У вас сегодня нет дня рождения? Нет, у моей подружки день рождения сегодня. А сколько ей лет? 22. 22? Вы да. Еще молоды? Да. И у вас есть шанс выйти замуж? Мы еще не торопимся замуж. Это не главное. А что главное? Самореализация. Все равно мужика-то нужно иметь. Ну, конечно. Работаешь? Я еще учусь. А на кого? На юриста. А можно тебя повернуть на секунду? Вот татуировочка, все как у юриста. А вам всем юристам бьют татуировки на первом курсе? Нет, 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 это еще школьные годы. Мадонна. Ну. Вокально как бы не сильно сложная песня, но эмоционально важно сохранить ту подачу. Она же знаменита тем, что она залазила на шест, летала на сцене. Вы будете сегодня это делать? Максимум могу упасть на сцену. Не надо падать. Это не очень, не очень. Концерты «Друга река». Не успеваем, ты знаешь, допечатывать билеты, потому что они продаются очень хорошо. Всем желающим уже поторопиться, потому что людей будет очень много. Я думаю, это будет очередной рекорд пробки по заполняемости. Мадонну. Через Купянск дорога плохая, Мадонна не приедет просто. У нас есть же мэр Купянск. Его не будет на финале караоке? Я сегодня с ним созванивался. У него сессия. Такая фигня, да. Вот. Но в любом случае мы тебя ждем.
нас классная летняя площадка. К лету готовимся, уже хочется тепла, хочется на летник. На летнике в этом году будут свои определенные сюрпризы, готовится программа. За летний сезон мы хотим открыть еще один зал. Это будет зал-лаунж для тех, кто хочет поговорить, расслабиться, посмотреть футбол, а, допустим, не слушать трибют Мадонны.